Якутии массовая вакцинация от COVID-19 началась и для студентов. Прививать обучающихся будут бесплатно и на добровольной основе. Сейчас в вузах составляют списки желающих получить инъекцию. О подробностях прививочной кампании в учебных заведениях региона узнал мой коллега Евгений Заборовский. Инъекцию от коронавируса студенты Северо-Восточного федерального университета получат бесплатно и на добровольном согласии. Но сперва осмотр у врача-терапевта. Это обязательное условие. Конечно, вакцина – это для нас спасение, особенно для будущих специалистов нашей республики и в стране в целом. Чем быстрее мы будем учиться очно, да, на практике и так далее, я думаю, это будет уже большой плюс. В ближайшее время клиника вуза получит крупную партию – 2000 доз. Прививочные кабинеты укомплектованы необходимым. Для хранения вакцины созданы соответствующие условия. Мы приобрели холодильные камеры, которые поддерживают температуру минус 18 градусов. Порядок вакцинирования учебные заведения могут устанавливать сами. Сейчас кураторы составляют списки желающих привиться, уточняют их анамнез и какие медосмотры проходили студенты. Первая категория, которая будет вакцинироваться, это студенты, обучающиеся на медицинских факультетах и, соответственно, значит, преподаватели. Далее студенты, которые обучаются на факультетах, которые связаны с необходимостью практических занятий. Впрочем, студенты и сами понимают всю важность процесса. Многие записались заранее. Для профилактики, чтобы не заболеть самой, и для близких людей. График посещения будет составляться по мере поступления препарата. Каждый новый укол приближает смену дистанционного формата на привычные лекции в аудиториях. Безопасность учащихся в период пандемии – первостепенная задача, поэтому правила санитарно-эпидемиологического контроля после возвращения к очному обучению никуда не уйдут. Все занятия студенты будут посещать в масках, на местах останутся рециркуляторы воздуха и санитайзеры для обработки рук. Студенты, проживающие в отдаленных районах Якутии, получат вакцину в своих поликлиниках. Для этого дано соответствующее распоряжение. На данный момент уже по своим поликлиникам и так далее провакцинировали более 100 уже студентов и где-то несколько десятков сотрудников. Между тем, вакцинация в регионе набирает обороты. Открываются дополнительные пункты. Работает более 500 прививочных бригад. Антитела получили уже порядка 20 тысяч жителей республики. Евгений Заборовский, Василий Соловьев. Вести. Якутия. 115 человек за последние сутки заразились коронавирусом в Якутии. Больше всего случаев зарегистрировано в столице региона – 42 человека и в Мирнинском районе – 24 новых заболевших. В Тампунском улусе – 14, по 6 заболевших в Алданском и Нерюнгринском районах. Лабораториями республики за сутки проведено 1500 исследований.